отказа команда спортсменки синего угла. Победа присуждается спортсменке из красного угла Герасименко Алине, Краснодарский край. К риску приглашается пара номер 9. Смена судейской бригады. Резник на пару номер 9. Судья всероссийской категории Андрей Корнев у Бурдия. Судьи сбоку Мария Скворцова в Ленинградской области. Кариповский Александр в Ленинградской области. Олегбулова Айгуль в Башкортостан. Счетчики ног. Заримов Руслан, Татарстан. Осташкина Лилия, Ульяновская Люба, проигрываешь работы! Какой пара на работу? Люба, доработай! Какой пара работаешь? Поедем на Сибирь, там докажем, что там уже неправильно помнит. Сюда можно разрешать. В данной встрече одержал победу спортсмен синего угла Александр Белугин из Свердловской области. Единогласным решением судей победу завоевал спортсмен синего угла Курбанов Эльдар, Дагестан. Приглашается Григорьев Александр, Бигин Андрей. На время номер 4 приглашается 8-я пара Кирилл Иванов, Кемеровская область. Мугдат. Люб, концовка, вырывай! Жан, Ульяновская область.
Четче! Точнее! Дергай, дергай! Иди, за атака! Давай, давай! Вот, молодец! И там сразу еще! Пробил еще атаку! Грубо работает, один-один! Вот, точнее! Иди-иди, руками! Руками, вот, быстро, быстро, еще! 3-4 удара! 3-4, вот, не выпускай! Не выпускай! Победу одержала Красный угол, Любовь Макеева, Курская область.